Отрывок из романа «Полет Маргариты». Невидимо и свободно! Пролетев по своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекавший первый под прямым углом. Третий переулок вел прямо к Арбату. Здесь Маргарита совершенно освоилась с управлением щеткой. Поняла, что та слушается малейшего прикосновения рук или ног, и что, летя над городом, надо быть очень внимательной и не очень буйствовать. Кроме того, совершенно ясно стало уже в переулке, что прохожие летуньи не видят. Никто не задирал головы, не кричал «гляди, гляди», не шарахался в сторону, не визжал и не падал в обморок, диким смехом не хохотал. Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко. Но и при медленном лете у самого выхода на ослепительно освещенный Арбат она немного промахнулась и ударилась плечом о какой-то освещенный диск, на котором была нарисована стрела. Это рассердило Маргариту. Она осадила послушную щетку, отлетела в сторону, а потом, бросившись на диск, внезапно концом щетки разбила его в дребезги. С грохотом посыпались осколки, прохожие шарахнулись, где-то засвистели, а Маргарита, совершив этот ненужный поступок, раскохоталась. На Арбате надо быть еще поосторожнее, подумала Маргарита. Тут столько напутано всего, что и не разберешь. Она принялась нырять между проводами. Под Маргаритой плыли крыши автобусов, троллейбусов и легковых машин. А по тротуарам, как казалось сверху Маргарите, плыли реки кепок. От этих рек отделялись ручейки и вливались в огненные пасти ночных магазинов. Какое месиво, сердито подумала Маргарита. Тут повернуться нельзя. Она поднялась повыше, к четвертым этажам, пересекла Арбат и мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании театра проплыла в узкий переулок с высокими домами. В конце его ее внимание привлекла громада восьмиэтажного, видимо, только что построенного дома. Маргарита пошла вниз. Приземлившись, она увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, что двери широкие, что за стеклами их виднеется фуражка с золотым галуном и пуговицы швейцара, и что над дверьми золотом выведена надпись «Дом Дранлита». Маргарита щурилась на надпись, соображая, что могло означать это слово «Дранлит». Взяв щетку под мышку, она вошла в дверь, толкнув дверью испуганного швейцара и увидела на стене около лифта громадную черную доску, а на ней белыми буквами выведены номера квартир и фамилии жильцов. Венчающая список надпись «Дом драматурга и литератора» заставила Маргариту испустить хищный
задушенный вопль. Поднявшись в воздухе повыше, она жадно начала читать фамилии: Хустов, Двубратский, Бескудников, Квант, Латунский. Латунский! Завизжала Маргарита. Латунский! Да ведь это же он! Это он погубил мастера! Швейцар возле двери, выкатив глаза и даже подпрыгивая от удивления, глядел на черную доску, соображая, от чего